Привет всем, друзья! Мы продолжаем играть в Farmer Simulator 22. И у нас раннее утро, 5:30. Вот. И как вы можете наблюдать, у нас 120 тысяч, собственно говоря. Поработал я, значит, очень много за кадром, на контрактах работал. Завез во все теплицы воды, во всех теплицах по 20 тонн воды. Вот, ну, уже понятное дело... Немного воды израсходовалось. Там сколько, 100 литров или меньше. Но все равно. Там 10 литров воды уже ушло. Так, в общем. Также я встал в такую рань, чтобы помыть трактор. И чтобы понять, продать нашу конюшню. Вот, чтобы продать нашу конюшню. Сейчас давайте вымоем трактор. Весь в грязи, в пыли, какой-то траве. Вот. Ну, понятное дело, мы же на нем тюки возили. Так. Вот, сейчас вымоем. Вот, да и расскажу, что, собственно говоря, мы будем делать и почему мы будем продавать конюшню. Я, в общем, все решил. Так, еще раз давайте трактор вымоем. Ополоснем уши. Вот, значит, также я заготовил силос. Вот, видите. Собрал с этого поля все, что было, все, что мы накосили, и у нас силоса теперь, ну, сечки. 52 тонны и плюс еще будет. В общем, позвонил мне Сидорович и сказал, слушай, купи свинарник, а? Продай конюшню и купи свинарник. Ты же на конях все равно не катаешься. Не ездишь на них, но все же продай перекупщику животных, лошадей, а конюшню продай и купи на вместо конюшни свинарник. Вот. Ну, я, естественно, согласился, потому что мы вообще почти не ездим на конях, на лошадях, и поэтому, собственно говоря, мы сейчас их и будем продавать, собственно говоря. Так, выбрать. Продать за 200. Ну, продать. Конечно, жалко, но что же делать? Все, у нас животинушки проданы. Так, ну и что? За 26 тысяч, конечно. Все. У нас конюшни нет. Видим тут такой вот склон. Так, ну я думаю, что сюда станет. Примерно сюда станет. Так, немножко. Ну, в принципе, можно так, да? Примерно сюда станет животинушка наша. Коровы, свиньи. 28 тысяч как раз. Так, давайте мы-ка отойдем. Вот, и... Будет у нас и навоз, и свинки на продажу, я надеюсь, что будут. Так, ну, вот так как-то, да? Так, более ровно.
конечно, можем вот так, да, но так слишком будет. Так, ну, короче говоря, ставим, да? Чтобы все же было ровно, более-менее. Так, годится. Ну вот. Все, у нас теперь более-менее ровно. Ну, я думаю, с винком здесь будет одно удовольствие. Да, конечно, склон. Склон, да, тот еще. Тут бы подровнять. Но я думаю, что с винком хорошо будет. Тут и вот и водичка есть, что в грязи поваляться. Хорошо, у нас 119 тысяч. Так, ну что, берем... поросенка берем, да? Свиней, думаю, штук 20 мы закупим. 500. Вот, штук 20... Сжаться. 6 месяцев и 0 месяцев. То есть это нам надо ждать полгода. Но не дешевле. Так, хорошо. Мы, значит... А каких брать, собственно говоря? Я, конечно, понимаю, что старше 6 месяцев они будут размножаться. Но они 525 долларов. У нас, к сожалению, таких денег нет. Особо. А эти... Уже 2 свиньи, 1000 с чем-то. Так, ну, короче, берем за 200. И я так думаю... Вот 5 штук, это уже 1000 с чем-то. А если вот эти... Так, погодите. Не надо. 30 не надо. А тут 5 штук, уже 2500. Двадцать штук, это уже 11 тысяч. Или же 15, 8 тысяч будет. Да. Сложный вопрос, конечно. Или же брать этот, или же брать... Совсем молодой. Тут 3000, тут 8. Нет, мы, конечно, можем и подождать, пока наши молодые свинки будут возраст набирать, да? Но хотелось бы уже приплод, чтобы был. Три, восемь. Так. Ну, короче говоря, берем вот этих свиней, потому что они будут размножаться. Их будет все больше и больше. Они уже с первого дня
наверное, будут размножаться, а эти пока подождешь 6 месяцев. А это сколько на них затрат надо? И воду, ну вода у нас бесплатная, зерно, корма. Ну, короче говоря, берем вот эти 8 тысяч, так 8. Купить животных 15 немецких ландрас за 8 625. Да. Вот, и также давайте мы купим еще вот таких свиней. Не 15, но свиней. Две свиньи. Да. Все. Так, ну вот они наши животные. Которому мы, собственно говоря, сейчас и будем заниматься. Вот только дорожку сейчас надо сделать сюда, да? Чтобы вот так как-то выезжать, проезжать. Крашивание. Давайте вот так дорожку сделаем. Все, вроде бы дорога есть у нас. Это вроде бы. Все, свиней мы купили. Все, мы молодцы. Не, смотри, неплохо так. Так, хорошо. Что им, собственно говоря, надо? Что нашим свинкам надо? Чтобы был у нас приплод. Зерно, протеин, кормеплоды. Вода. Так, давайте, собственно говоря, теперь завезем воду. Если у нас уже свинки есть, значит, им сейчас их будем, собственно говоря, и обслуживать. Так, они же навоз будут давать, да, я так понял. И размножаться будут. Слушайте, это хорошо. Вот, я думаю, правильное решение мы сделали. Так, еще раз. У нас, собственно говоря, зерно есть, овса немножко. И кукуруза. Кукуруза не едят? Вопрос. Так, ну-ка давайте посмотрим корм для свиней. Корм для свиней. $900 такой один мешочек. А если... 1100, ясно. Так, ну в общем, я предлагаю сначала, наверное, или корм купить, или же съездить на склад за этими нашими, за урожаем, чтобы им насыпать. Ну, сейчас давайте посмотрим. Ага, да, кстати, я еще, видите, я здесь сделал салат. Вместо клубники тут надо будет. Короче, у нас будет 3 теплицы салата, я так подозреваю. То есть, вот 2. И вот 3. То есть, 3 салата. 3 клубники. И 2 помидоры надо. Еще нужно теперь свои пересчитать, короче, надо будет сейчас. Вот. Я вообще думаю, все за своим салатом. Почему?
Потому что салат, он слишком дорогой. По сравнению с помидорами и по сравнению с нашими клубникой. Кстати, вот уже ячмень растет, цветет и пахнет. Я думаю, в следующем месяце его скоро будем убирать. Так, да, где у нас, собственно говоря, будет навоз-то появляться? А ну-ка. Свиньи. Вот в таком комплексе есть для навоза. А этот? Но он 109 тысяч, извиняюсь, такой комплекс. На 180 дней, а это 270. То есть навоза отсюда не будет, да? Или будет? А, так, хорошо. Вот, хорошо, я предлагаю еще завести нашим свинкам. Ну, корм, наверное, им будет слишком жирно, да, покупать. Хотя почему? Так, ну, в общем, посмотрим. Посмотрим сейчас, жирно или не жирно. Меня что-то смущает, что в этом свинарнике нет отдела для навоза. Может, его дополнительно надо покупать? А ну-ка, погодите. Животные. Животные. Нет. Это у нас здание, бункеры. Куча навоза. 25 тысяч. Сторона жидкого навоза. Скорее всего, да, скорее всего, бункер для хранения навоза. Не, мы сейчас покупать не будем, конечно, мы просто... Ну, вот так, да, в принципе, будем. Это все дело ставить, когда подрастем уже. Да, в общем, надо будет, как говорится, покумекать, подумать, почему. Может, я зажал, стоило было нас за 109 тысяч взять, а? Но тогда бы у нас не было денег. Тогда бы у нас не было денег, ясно. Так, в общем, цистерну мы оставляем здесь примерно.
Так, что думаем? Что мы, собственно говоря, думаем? Воды 3 тонны, простой корм, зерно, протеин. Что за протеин? Корнеплоды. В общем, мое предложение завести им корм, так как зерна у нас особо так и нет. Да, поэтому давайте большие мешки. Корм для свиньи. 1 тонну, ну, я думаю, 2. Это будет 1800. Или одну взять на пробу. Давайте все-таки один мешок, все-таки свиней у нас немного, и все. Так, надеюсь, у нас прицеп загрузится. Ага, и также давайте я чуть не забыл вам сказать, показать и рассказать. В общем, было такое предложение в комментариях делать силос, то есть делать сечку из соломы. Все равно мы продаем солому с вами, собираем и продаем ее за копейки, за очень большие и жирные копейки, там 30 с чем-то, ну, короче, у нас выходит за полный прицеп 500 с чем-то долларов. За полный прицеп или 200. Вот, и было такое предложение взять в аренду немку, да, или что-то в этом роде. И солому эту носила, собственно говоря, у нас же 2 поля, засеянные, так, здесь им показывают, засеяны у нас ячменька и пшеница. Соответственно, с этих 2 полей будет прилично так соломы. Сальный большой гербиц. Где? Что? Здесь что? Вот. И, соответственно, у нас же есть вот такая вот аппаратура. Вот. Ну, естественно, в Америке оно как бы неприлично на таком ездить, но... Но Сидорович сказал, я тебе дам, достану из гаража вот такую халабуду, но ты ее возьмешь в аренду. Потому что все же покупать такую не стоит в Америке, все же люди все будут удивляться. Вот, арендовать нам ее будет всего лишь 3000, расплюнуть. И к этой же, к этому же комбайну. Есть вот такая вот жатка, которая, собственно говоря, так, это нет, это немножко не то, вот, которая, собственно говоря, собирает, ну, солому, траву, я не знаю, правда, каким макаром она собирает, но, видимо, наверное, будет она собирать. Мы сразу арендуем и эту, потому что, видимо, здесь... Так, арендовать ее вообще сколько будет стоить? 612. А вот эту? 700, ну, около 1000 с чем-то у нас выходит. Потому что я не знаю, будет ли оно собирать. Вот тут вроде написаны культуры, вот, пшеница, ячмень, потом, ну, вот, культуры. Здесь тоже вот написано, что оно все собирает. И траву собирает. Ну, а здесь написано, что оно только траву скошенную собирает. Ну, в общем. Поживем, увидим. Также у нас есть еще один вариант. Арендовать за 19 тысяч вот такой комбайн. И к нему же уже жатку. Жатку для... Так, немножко не то. Нет, а то... Вот такую же жатку, которая будет собирать солому. Вот. Но первый вопрос, будет ли она собирать солому? Второй вопрос, арендовать такие дорогие, такое дорогущее
Я как-то не знаю, не очень хочется, когда можно арендовать старье какое-нибудь, да? Ну, взять в аренду старье, попользоваться им и потом сдать назад. Вот, ну, короче говоря, посмотрим. Мы же это все проверим, увидим, убедимся, что оно работает или не работает. Вот тут у нас уже осталось совсем немного до уборки урожая. Я думаю, что уберем. Вот так же надо будет проспрашивать Сидоровича, где будет храниться навоз. Потому что меня немножко пугает, извиняюсь, меня немножко пугает, что нет навозной ямы. Может, мне тот свинарник? Я, ну, не знаю, как-то меня так. Как говорится, напрягает меня это все слишком. Отвалить 20 с чем-то тысяч и... Ну, вы сами понимаете. Вот, и также я подумал над полем. Давайте сейчас мы посмотрим поля. Вот, и я решил, что на 30-е поле нам однозначно не хватит денег, 226 тысяч. Но и оно как-то мелкое будет, оно будет вровню с двумя этими нашими полями, если их объединить. Вот, а остальные поля покупать, это очень дорого. Вот, полмиллиона, 300 тысяч и тоже почти полмиллиона. Поэтому я решил... Так, извиняюсь, продолжаем. Вот, так, на чем мы там остановились? Ах, да. И поэтому я планирую покупать вот это поле, которое стоит 150 тысяч. Вот, это 41-е поле. Их потом объединить с вот этим нашим уже объединенным 43-м, 42-м полем. Ну, короче говоря, планирую вот эти все участки. Сначала вы... Купить. Вот хотя бы вот эти два сначала участка нам выкупить и их объединить. Вот, а потом уже, как говорится, посмотрим. Вот. В общем, сейчас давайте загрузим свиной корм и на этом, пожалуй, закончим на сегодня. Я почитаю, посмотрю еще, что нам надо будет прикупить из техники. Кстати, что там по БУ техники у нас? По БУ техники у нас вот такой трактор, который у нас нет. Так, ну, опять же, я пока что ничего покупать не буду. Мы с вами купим на поле. А потом уже... Посмотрим. Также нам надо завести сюда муки. Вот, муки, чтобы перерабатывался у нас хлеб. Давайте, кстати, сюда быстро заскочим. Видим, у нас хлеба. Да, стой ты. Так, хлеба у нас 509 килограмм. Ну, литров килограмм. Три поддона. Ясно. Хорошо, что у нас 509 килограмм хлеба. Так, давайте проверим, загрузится ли наша
наш корм для свиней. Не, смотри, загружается. И вот он. Этот самый свиной корм. Так, ну что, поехали. Вода у свинок есть. Еда тоже вот есть. Везем. И все, я уточню. Я еще раз уточню. За навоз и за твердый, за жидкий навоз. Ну, потому что слишком это странно уж. Так, немножко. Не туда зашел. Так, ну, как говорится, утро вечера мудренее, вот оно и реально мудренее. Буквально вчера вечером я думал, да зачем этот свинарник нужен, лучше лошадей. Сегодня уже, я думаю, обратно. Вот, ну, потому что реально, на лошадях, когда мы последний раз занимались лошадьми, а? Извиняюсь, так бы что-то реально заняться, выгуливать их каждый день, а? Вот именно, никогда. Мы постоянно либо в полях, или на контрактах, или же за овцами, возим овцам тюки. Вот, или же к Зинке ходим. Собственно говоря, вот она, пошла Зинка. Вот. И даже Сидорович сказал, что как ты лошадьми не занимаешься. Вот, ну, тут уже и без бабки понятно, что эти лошади, эта конюшня нам не нужна была. Вот, ну, зато мы попробовали, позанимались немножко лошадьми. Попробовали, как оно. Что, неплохо? Вот, неплохо, но на лошадей надо много времени. Вот, много времени потратить, их выгуливать. Вот, посмотрите, сколько у нас свиней. Так, собственно говоря, вправо. Так, хорошо. И у них простой корм. А, то есть для них это... Так и знал, что надо было больше тонны. Так, ну вот, в принципе, как-то так. Вот, как-то так это все дело планировалось. Опять же, их продавать отсюда, да, что ли? Никак не пойму. Ну, в общем, будем разбираться, будем у Сидоровича все спрашивать. На этом все, друзья. Я предлагаю заканчивать, в принципе. Встретимся с вами в следующей части. Я пока что повожу свинкам корм, разберусь тут с ними. Вот, возможно, надо было покупать нам вот это, что за 109 тысяч. Свиньи, да? Вот, потому что во всех буквально вот есть... навоз. И... А, да. Вот здесь
видите, это для жидкого навоза, это я так понял, это для твердого. Или наоборот, это для жидкого, а то для твердого. А здесь же я не знаю, куда будет навоз поступать. Здесь же. Ну, в общем, надо смотреть, куда он будет здесь, где он здесь будет появляться. Опять же, может, мы будем просто подъезжать с бочкой, и он будет набираться, да, примерно, или сюда же, или куда-то сюда. Ну, посмотрим. Гляньте, уже все быстро к еде подбежали. Хрумкают, что так только. Довольные визги. Все довольны. В общем, друзья, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока. До новых встреч. Все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и всем пока.